Всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Муравьины Муравьи. И буквально только что я приехал с другого города, а на это время я оставлял своих муравьев одних. И пришло время посмотреть, что изменилось за столь короткое время, за 2 дня, как там дела у моих маточек Компанус Геркулианус, ну и, в принципе, как дела у других моих муравьев. Кстати, я наконец-то прибрал себе одну полочку и выделил ее под муравьев, которые вы сейчас видите. Что ж, маточка Компанутус Геркулианус. Как видите, она снесла яйца. Около 6-5 яиц, я точно не считал. Но, в общем-то, этот результат меня вполне устраивает, потому что я боялся, что одна из двух маток останется без расплода, а может быть даже и две. Но, к счастью, расплод появился, как вы можете это сейчас видеть. В принципе, все хорошо, около 5-6 яиц. Вот, и матка себя хорошо чувствует, сидит на наногубке и, в общем-то, отдыхает. Не буду ее больше тревожить. Также вторая матка Компанутус Геркулианус. У нее также все хорошо, около 4-5 яиц. Вот, но она довольно активная, в отличие от той предыдущей матки, и регулярно пытается прогрызть проход в вате, которую я затыкаю в пробирку. Также она грызет наногубку, вы можете сейчас слева видеть кусочки губки, которые она отгрызла, оторвала. В общем-то, эта матка немножко такая буйная, и поэтому я стараюсь ее еще больше не тревожить и давать ей еще больше покоя, чем предыдущей матке. В принципе, результат Компанутус Геркулианус меня удовлетворил, то, что у обеих есть яйца, и это просто шикарно. Далее Лазиус Нигер. У них также все хорошо, я их кормлю регулярно сиропом, и как вы видите, они потихоньку выходят из диапаузы. Расплод начинает потихоньку у них расти, личинки превращаться в коконы, а яйца превращаться в личинки. Это также очень хорошо, рабочих сейчас довольно много, но еще не настолько много, чтобы поселять их в каком-нибудь фармикаре. Я этого момента еще жду. Ну а как дождусь, обязательно сниму об этом видео на YouTube. Так что у лазиусов все в принципе хорошо, видите, что брюшки у некоторых полные, ну и это означает, что у колонии дела в принципе довольно хорошо идут на данный момент. Маточка Мирмика СП. Ее расплод превратился уже в личинки, и это просто прекрасно. У нее было около 6 яиц, но к моему удивлению сейчас около 3 личинок и одно яйцо. Я не знаю, куда еще яйца делись. Может быть, она их съела, хотя я эту матку стараюсь регулярно кормить сиропом. Вот. Но, в общем-то, хорошо, что хоть как-то. Вот. Будем не тревожить. В общем-то, будем ждать новых рабочих. Плагиолепис Таурикус. Те самые мои любимые муравьи, которые растут с неимоверной скоростью. Как можете видеть, у них также на данный момент очень много личинок, очень много расплода, также несколько свеженьких коконов, что также не может не радовать. А это значит, что к тому времени, когда приедет фармикарий для них, будет самое время заселять их в их новый дом. Фармикарий пока что еще не приехал, но он уже в пути, и я очень его жду, чтобы также показать вам и снять об этом отдельный ролик. Что ж, идем дальше. Дальше у нас Tetramorium cispitum, дерновой муравей, который также выходит из диапаузы. У них появился такой небольшой пакетик яиц, но меня это радует. Также личинки начали немножко расти, начали потихоньку, в общем-то, расти в размере. Также яйца превращаются в личиночки, и это просто прекрасно, потому что тетры у меня очень долго сидели в диапаузе. Я думал, что же с ними не так, но, в общем-то, потихоньку дела налаживаются, и я думаю, что в скором времени я буду их уже заселять в фармикарии от Димона и Пумбы. Идем дальше. Далее у нас Лазиус Флавус, желтый полевой муравей. Эти муравьи также потихоньку выходят из диапаузы, у них появляются небольшие пакетики яиц, ну а маленькие личинки потихоньку растут в более большие, более крупные. Это также очень хорошая новость, так как колония потихоньку начинает расти, подниматься с самого низа. Вот, хоть она пока что на данный момент немногочисленна, но это только со временем. Также муравьи довольно спокойные и очень миролюбивые, так сказать. Ну и напоследок Местер Структор, моя самая первая колония муравьев-жнецов. У них все плохо. Я их переселил в маленькую такую пробирочку с ареной, как вы можете видеть, вот трубка, которая подсоединяет пробирку к арене, так как их стало очень мало. Поэтому я их заселил на данный момент вот в такую пробирку. Я надеюсь, что колония еще вырастет, потому что она поднималась снизу и опускалась все время. Вот, я надеюсь, что она поднимется и опускаться больше не будет.
Вот такие вот новости у моих мурашей. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, мне это очень важно. Так что всем удачи и всем пока.